Всем прекрасного дня! Сегодня 8 марта, муж уже куда-то исчез с самого утра, ну а мы завтракаем. На завтрак у нас овощи с творогом и зеленью. Это листья шпината, я нарезаю огурцы и помидоры, если есть какая-то другая зелень, тоже ее использую. И далее добавляю творог, если есть домашний сыр какой-то, тоже. Можно заменить творог этим сыром и вообще используйте все, что вам нравится. В этот салат я имею в виду творожные какие-то продукты, которые вы любите. Сбрызгиваем сверху оливковым маслом, посыпаем специями, слегка присаливаем и с сушеным хлебушком каким-то зерновым, потрясающе, с вкусным чаем или кофе, замечательный завтрак. Кстати, это может быть и хорошим ужином. Обязательно попробуйте, я уверена, вам тоже понравится. С праздником вас, любимые женщины! И счастья! И довольство нами. Какой ты хитрый. Смотрите, Саймон тоже здесь, и он очень интересуется. Что же такое принесли? Получите. Спасибо огромное. А что женщинам пожелаешь? Да чего, спокойствие, счастье. Что можно пожелать? Саймон, а ты что пожелаешь? По-хорошему, еще здоровье. Вообще здоровье важнее даже, да? Богатство бессмысленно. Да? Да, все это. Саймону нравятся цветы. Заблудшие идеи. Ага. А что для женщины, ты думаешь, важно? Вот как мужчина. И я подтверждаю, любовь, хороший муж. Уверенность в том, что тебя любят. Угу. И в том, что ты любишь. Пусти его, он в заложниках. Он не в заложниках, он спит. Саймик, а ты дворецкий, что ли? Ты дежуришь около входа своей прекрасной звезды? Бетси, ку-ку. Ты что там делаешь-то? Расскажи. О, Сэмик, а ты уже не вмещаешься, да, получается? В коробочку-то. Только девушка помещается. Эх. Ну, у нас так, видите, кто первый добежал, того и домик. Ну, Сэмик, молодец, ты прям джентльмен, ты караулишь. Ой, какой молодец. Бетси! Бетси, как там дела-то у тебя? Ты уж там обустроилась? Буфет там себе занесла, не знаю, столик косметический, как? Нет пока еще? Думаешь? Выбираешь мебель? Сегодня запекла курочку, это куриные ножки, как окорочка, с вкусными такими очень молоденькими кабачками и луком порей. Я смазываю окорочка. И стараюсь покупать такие, которые, ну, не замороженные, свежие. Смазываю составом из трех частей. Это кетчуп, майонез и горчица. Обычная такая вот русская горчица, остренькая. И когда уже они, ну, более-менее пропеклись, закладываю туда резанные кабачки кружочками, лук и поливаю это все соком, который образовался от курицы. И еще немного запекаю уже без крышки. Вот такая яркая получается курочка. Мясо не сгорело, не волнуйтесь. Это именно горчица дает такой яркий цвет. У меня муж вот такие любит как раз. Вкусности. Ну, гарнир сюда можно подавать, можно нет. Можно обойтись и кабачками. Я думаю, что так мы сегодня и сделаем. Вообще это очень вкусненько. Смотрите, монтирую видео. Эта хулиганка залезла на меня, бурчит и, не отрываясь, смотрит в экран. Как я монтирую? Там все движется. Все так интересно. Бетси, так интересно. Еще вчера у нас были сплошные снегопады. Соседнего дома невозможно было увидеть. Вот такой плотной стеной шел снег. А сегодня уже хорошая погода. Ну, по крайней мере, ясная. Раньше символом весны для меня и где-то уже даже лета был аромат Amouage Breken. Это невероятно реалистичный аромат
зелени, сочной, молодой зелени листиков, которые только-только раскрылись из почек, и аромат Божьей коровки. Он очень необычный, он ни на что не похож, и мне даже сложно его с чем-то сравнить. Сейчас у меня есть новинка, которая пока отстаивается, это Amouage Sunshine. Я пока много говорить о нем не стану. Скажу лишь, что я очень давно его хотела, у меня был от Levant, и пока он стоит и ждет своего часа, когда я вместе с вами открою его в одном из парфюмерных видео. У нас будет распаковка и мои впечатления уже от моего собственного флакона. Безумно рада и буду обязательно с вами делиться этим ароматом. Это мой подарок весенний. Всем вам, дорогие мои, желаю счастья, здоровья, спокойствия и благополучия, душевного благополучия. В первую очередь именно от этого зависит наше счастье, наша жизнь. Рядом со спокойной женой, спокойной, удовлетворенной мамой, счастливы дети и бесконечно радуется муж. Поэтому желаю вам полную чашу семейную. Спасибо огромное за ваше внимание, удачи и будьте благодарны за то, что имеете. Увидимся! Thank you.